На создание спектаклей в театрах Подмосковья выделят порядка 47 миллионов рублей. Об этом пишет портал РИАМа в Люберцах со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы. Добавлю, это средства федерального бюджета. Финансы распределят на приобретение материально-технической базы для театров и на 45 новых постановок. На спектакль для взрослой аудитории потратят 1,5 миллиона рублей. На 2 детские постановки по 1 миллиону рублей. А для кукольных театров предусмотрено по 500 тысяч рублей на спектакль. Такая мера поддержки деятельности подмосковных театров проводится впервые. В 2017 году получателями субсидий стали 14 театров из 12 муниципальных образований Московской области, среди которых театр кукол «Радуга» городского округа Люберцы. Уже в ноябре учреждение культуры представит премьеру «Чудеса живут повсюду», реализованного в рамках партийного проекта «Единая Россия. Театры малых городов». Луиза Егязарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.